Школьные автобусы – необходимость, если надо отвезти детей из дальних сел и деревень на учебу. И должны они быть исправными и безопасными, ведь на кону жизнь детей. Поэтому в ходе подготовки к новому учебному году в округе задействованы 9 автобусов, которые будут перевозить детей. При осмотре салона автобуса проверяем наличие аварийных выходов, наличие молоточков, проверили ремни безопасности и сигналы звукового оповещения. Отличительная особенность школьных автобусов – ремни безопасности на каждом кресле, а в остальном так же, как и в других транспортных средствах. Наличие ТО, страховки, свидетельства о регистрации, обязательное наличие огнетушителя и аптечки с исправным сроком годности. Внешние световые приборы все исправны, автобусы исправны, а замечаний нет. Уже с 1 сентября все 9 автобусов выйдут в рейс и повезут детей в школу. Анастасия Спирина, Владимир Парфенов, Яков Глейзер. Новости Большого округа.